12 июня в нашей стране будет отмечаться День России. Встречать спортивными мероприятиями этот замечательный праздник уже стало хорошей традицией. Смотрите наш репортаж со спортивного праздника «Россия-чемпионка». В легкоатлетическом манеже «Олимпиец» собрались юные спортсмены, представители спортивных школ и учреждений, главы поселений, района, общественники. Праздник открылся впечатляющей танцевальной композицией «Россия», в ходе которой был вынесен большой флаг нашей страны. Глава Славянского района Роман Синеговский призвал ребят активно заниматься спортом, укреплять свое здоровье, расти настоящими патриотами Родины. Россию нужно любить и Россию нужно защищать. Для того, чтобы ее защищать, конечно же, мы должны быть сильными. Сильными духом, сильными телом. Поэтому сегодня, наверное, проводится такой спортивный праздник, где будут сдаваться нормы ГТО, где наши ребята еще раз покажут свои спортивные достижения. Я вас всех поздравляю с праздником. Желаю нашей стране, чтобы она была единой, чтобы мы были все рядом. У нас в районе юным можно выбирать из целых 25 видов спорта. Недаром муниципалитет считается одним из самых спортивных на Кубани. Депутат законодательного собрания Краснодарского края Виктор Чернявский поздравил собравшихся с наступающим Днем России. Знаете, очень важно для детей, которые присутствуют здесь на празднике, чтобы были те условия для становления, для роста, которые создаются в том числе в нашем районе. На этой неделе с визитом в нашем районе был председатель законодательного собрания Краснодарского края Юрий Александрович Бурлачкин. Посетил спортивные объекты, познакомившись с системой спорта и физкультуры в районе, он дал очень высокую оценку этой работе. Я от его лица благодарю, Роман Иванович, вас и вашу команду. Александр Николаевич, вас, спорткомитет, всех тренеров, всех преподавателей, всех, кто причастен к системе спорта и физкультуры в Славянском районе. Здесь куются будущие победы, здесь растут будущие чемпионы, потому что Россия – страна победителей. Благодарственными письмами главы Славянского района были награждены коллективы лучших спортивных школ и учреждений. Благодаря поддержке депутата законодательного собрания Кубани Виктора Чернявского была приобретена спортивная форма для сборных команд поселений. Она и была вручена главам и представителям городского и сельских поселений. Среди участников команд нет профессиональных спортсменов, но все они любят заниматься физкультурой и спортом, проводить время с пользой на стадионах и в спортзалах. Праздник продолжился показательными выступлениями воспитанников отделения тхэквондо детско-юношеской спортшколы станицы Петровской и отделения спортивной гимнастики первой спортшколы. Большой интерес у собравшихся вызвал коллектив Street Style Crew, выступающий в технике брейк-данса. Порадовали зрителей юные прыгуны на батуте. Благодаря поддержке депутата законодательного собрания Кубани Виктора Чернявского было приобретено два спортивных батута и открыто отделение прыжки на батуте. В конце праздника все участники получили возможность попробовать свои силы в выполнении нормативов комплекса ГТО. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».